Охранники в торговых центрах Самары должны требовать у посетителей не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность. В противном случае проверка имеет мало смысла. Об этом говорили на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Как показали рейды, в минувшие выходные два торговых центра в Самаре пускали всех посетителей без предъявления QR-кодов. Им выписаны штрафы. Единичные нарушения нерабочего режима были зафиксированы почти во всех районах города. Работали филиалы банков, ломбарды и салоны красоты. К ним будут применяться штрафные меры. Что касается заболеваемости коронавирусом, то самое высокое сейчас фиксируется среди работников предприятий, которые не могли остановить производство на период нерабочих дней. Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение к следующему заседанию штаба подготовить базу данных, в которой будет указано, на каких именно производствах наблюдается всплеск заболевания, где живут заболевшие, какого они возраста и прошли ли вакцинацию. Нам даже для разговора с руководством этих предприятий, потому что рост достаточно серьезный. В ближайшую неделю спортивные секции для детей в Самаре будут закрыты. Речь идет как о спортивных школах, так и о частных клубах. Пока тренировки возможны только в онлайн-режиме. Что касается взрослых, то они могут посещать и секции, и фитнес-клубы при предъявлении QR-кода о вакцинации, о перенесенном заболевании или ПЦР-теста. Он действителен в течение 72 часов после сдачи. Несовершеннолетним даже в сопровождении взрослых пока вход в фитнес-клубы и бассейны запрещен. Оперштабом было принято решение сохранить дистанционный формат тренировочных занятий для спортсменов, которые занимаются спортивной школой, в спортивной секции. Связано с тем, что в наших группах, как правило, дети находятся из разных возрастов и из разных школ. А так как основная задача на текущий момент все-таки разграничить количество контактов, максимально разграничить, поэтому мы на эту неделю сохраняем это ограничение. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований остается на усиленном контроле. Особо тщательно районные власти будут следить за соблюдением режима самоизоляции больными, находящимися на амбулаторном лечении. Те, кто не соблюдает домашний режим, создают угрозу жизни и здоровью окружающих. Пассажиры общественного транспорта также должны неукоснительно соблюдать масочный режим. В случае отказа надеть средства защиты, нарушителей будут штрафовать. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.